«Контакт» с Владимиром Соловьевым. Доброе утро. А Зеленский уже на пути в Вашингтон. Это, наверное, такой естественный путь предателя. Очевидно, все речи, которые будут произнесены, мне только интересно, он в конце скажет: «Боже, благослови Америку и Украину тоже», и там свою, как обычно, это сало Украине и так далее. Да наверняка. Конечно, скажет. Это путь предателя. Человек, который предал веру своих отцов, если он считает себя иудеем. Но он себя им не считает. Человек, который предал веру своего деда, который наверняка думал о себе как о советском человеке. Он предал все советское прошлое. Мы воюем сейчас за истинный путь человечества. Это 300 дней священной войны. И надо будет воевать еще 300 дней, и еще 300 дней, и еще 300 дней, и жизнь свою отдать за веру свою. Значит, судьба наша такая. Победа не приходит легко. Ты понимаешь, мы все можем. Запад завезет все. Сомнений нет. Все, что у него есть. А мы все равно лучше. Наш оружейник все равно талантливее. Наш человек все равно гениальней. Потому что мы русские с самых разных национальностей. И с нами Бог. Мы или победим, или человечество исчезнет. Потому что Господь не потерпит торжества антихристового воинства. А мы – оружие Господа, Его карающая десница. И отсюда идет наше самоочищение, и отсюда идет наш подвиг, в первую очередь духовный. Мы – русские. С нами Бог.